Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7 серии. Ремонт левой стороны. Переднее крыло, обе двери, а также заднее крыло. Все это под замену. Разбираю. Итак, машину разобрал, так как повреждений силовых агрегатов нету, сразу удаляю заднее крыло. Заднее крыло, внутренние усилители. Все это я удалил. Теперь буду сваривать все обратно, только уже целые части с донором. Внутренние усилители приварены, обработаны. Колесную арку приварю позже, когда буду примерять крыло. Примеряю крыло, если надо, подрезаю. Устанавливаю двери и затем проверяю зазоры. Зазор между задним крылом и дверью неровный, можно сказать, никакой. Чтобы его исправить, мне нужно подрезать вот в этом верхней точке. Теперь зазоры между дверьми и крылом ровные, хорошие. Устанавливаю крышку багажника и проверяю здесь зазоры. Креплю крыло саморезами.
Итак, все детали установлены, все зазоры ровные, хорошие. Все снимаю и привариваю заднее крыло. Заднее крыло приварено, теперь приступаю к ремонту капота. Он немного помят, но это алюминий. Работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю ее. Итак, ремонт этого BMW закончен. На ремонт ушло 10 дней. 5 дней работы с металлом и 5 дней покраски.
А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!